Вот эти два козла, да. Вот я тебе показываю экран. Меня забанили. По IP-адресу. Реально пойду в Майнкрафт поиграю. Да клетка. Приезжай, походим, погуляем. Так, я ладно, я пошутил. Что ты ждешь, Вайсман? Подумаешь, забанили на 1000 дней. Через годик зайду. Что там по авеню РП Смит Династии? Ждем ваших мемов. Потом. Мэр мне, меня. Понял. В смысле сломал? Я с ним играю уже 2 года на авеню. Сломал я ему аккаунт. Я не могу всем доказать, что... Я менял ник Иларион Ховел Икс, Иларион Риниган, Макс Суприм, Сантьера Суприм. Со взломом. Баклажаны. Чучки. Баклажаны. Забанили меня. Конечно, ты меня разбанишь. Куда ты денешься? Ты же знал, что это я не знаю. Ой, дадите мне админку. Меня только что-то пэхнули, забанили на 1000 дней. IP. Добро, что разбанили. Так бы я без авеню никуда не делся. Но если бы только на один сервер пошел. Надо еще на Аризоне сервер продать. Здорово, Арнольд. Как дела? Меня тут забанили на 1000 дней за взлом. Ну, уже разбанили, слава богу. Если вы дадите админку, он самый счастливый человек на свете, вы понимаете? Да 13 лавр не надо, я не, мне достаточно, чтоб я пошел куда-нибудь на ЗГС. Во, 10 левел, тоже сойдет. Покажи пузо, дам админку. Показал, что еще? Ну, его, ну, я тебе показал, где моя админка. Да, мне хотя бы 12 МБ, ну ладно, это уже много. Где моя админ? Что еще раз? О, я Зигеля убил, так еще заскриним на память. Опа, привет, чё, мне хана меня сейчас забанить. Зигель, надо ЭГМ уключать, понимаешь? Ну вот. Здорово, Люмис Двайт. Егор, в игру дадим в админку. Кто меня заморозил? Врос. Бандла Тафастер 9. А сколько? Да я лучше на монстер на админку пойду. Восстановлюсь, если меня, конечно, восстановить. Мне на админку поставили. Мамочка. Мама. Офигеть. И на админку поставили. Кью. Это хана.
когда ты стример? Не уже выговор дали, не успел на админку стать. Скью возьми на ЗГС. Я тут у всех вот так вот только буду. Ой, я даже сет лидер мало понимаю. Меня сняли с админки. Конечно, можно, Виц, ты что? Что ты меня не установил на админку? Я не пойду на тренинг, мне надо на музыкал. Ага, будет хорошо, с 11 левела сняли. Не, пал, не музыкал. Хорошо, хорошо. Авенюшники, анимешники. Так, кто нас смотрит? Ну ладно, в принципе, ничего не интересно. Конечно, восстанавливайте, а кому вы?